Значит, того места, где я проживаю сейчас временно, в Швейцарии. До этого луга очень красиво, между горами. Между Бексом и... Вот, значит, эти дома. Сейчас попытаюсь заснять это. Это деревня, значит. Потом же... В сторону моста. Нет моста. Лето закончилось, начинается осень. Но здесь еще 2 месяца лета. До конца октября деревья зеленые. Чудесный климат. Такой чудесный. Здесь бензоколонка, здесь насос, где велосипед. Здесь накачиваю свой бесплатно. Очень красивое место сейчас еду. Ну и хочется показать дорогу, как туда ехать. Многоэтажный в поле. Смотрится. Сейчас я поверну направо. Что-то я все видео делал, а сейчас сделаю, может, фотографии.
башенке. В середине площадочки. Значит, это многоэтажный дом. Я повернул направо. Еду в сторону этой лужайки под горами. Вот деревня и кончилась. И все. А там через речку уже другой кантон. Во. Ваут. Во. На французском. На деревьях вся как на ладони. Сейчас поеду, покажу тот лук. Мне уж очень там нравится. Через природу. Класс. Офигенно здесь. А здесь речка. Вот эта деревня Масамжей. Где я живу, проживаю. Вот я немножко поднимаюсь. Над речкой. Вот здесь, значит. Вот, дорожка красивая очень перед речкой. Вон речка. Рон. Красиво место, как дорога сама сбоку. Здесь конюшня. Красивое место. Я это здесь не снимал. Здесь не снимал я на видео. Блин, самые лучшие годы проходят. А? Не имеешь права. Есть карма такая, карма, которую не преодолеешь. Надо радоваться тому, что есть. Людям не нужны красивые, людям не нужны умные, талантливые, взрослые, работоспособные. Не нужны дипломы никакие, нужна... Опс.
Инъекция. Красный свет. Зеленый. Нужна протекция. Женщинам нужна протекция. Вот и все. Без протекции ничего. А что без протекции? Что я, бомж? А, самолет летит. Вот бы этим иммигрантам в 70-е годы Советского Союза такие условия предоставили, а? 10, 18, от 10 до 18 лет отсутствие права на легализацию, на признание, на все. Делай, что хочешь, получай любые дипломы, имей любые знания, будь молод, будь трудоспособен, будь готов к жизни, принимай жизнь весело, радостно, все равно тебе ничего не дадут, потому что ты русский. Вот сейчас я сделал запрос на про еще 3 года учиться, то есть с 47 до 50 лет снова учиться на курсах по педагогике. Да, хорошо, я согласен. Ну хорошо, я пойду на курсы по педагогике. Ну, они не хотят принимать, говорят, что в тренде нет преподавательских предметов, то есть диплом по философии, истории, литературе, полученный в европейских университетах и североамериканских, для преподавания недействительны. Ну хорошо, я иду на курсы. Так теперь, чтобы зачислиться на курсы, нужно закончить тоже какие-то школьные курсы. Вот эти школьные курсы действительные, а университеты недействительны для преподавания, для поступления на педагогические курсы. Главное, мой ташкентский диплом признается. Потому что там педагогика есть. И при этом, потому что признается почему? Потому что мусульманский диплом из мусульманской страны. Да ладно. А у коренной швейцарки киевского происхождения такой же в точности диплом преподавателя французского языка недействительный, потому что киевский диплом не мусульманский диплом. Вот еще речка. Вот, красивое такое место, но оно все не снимается. Снимается плохо. Плохо снимается, вот в чем дело. Вот 12 минут еду, сейчас выйду к тому месту, а его все равно не доснимешь. Не получается здесь так, как нужно. А без диплома, то есть свой диплом, когда лучше диплом Италии по философии, этике, религии, не годен для курсов по этике и религии, когда кантон швейцарский не признает, притом кантон Вале католический кантон, не протестантский, и он не признает диплом второго по престижности университета Италии, Тренто. Ну, тогда это прямое доказательство, что у русского просто не признают в руках русского. У русского не признается никакой диплом. Может, ты русский, не мусульманин. Вот этот лук. Подъезжаю. Надо будет подняться сюда.
очень красиво. Так, я почти поднялся. Сейчас мне надо прерваться ненадолго. Вот. Александр Кирьяцкий, значит, 3 сентября 2017 года. Вот. Прошу прощения, у меня волосы растрепались. Но это на велосипеде, от велосипеда, от ветра. Сейчас я перезаряжу.